вернулись без потерь. Сегодня ночью из командировки в Чечню и Дагестан вернулся отряд ярославского ОМОН. На Кавказе полицейские несли службу на блокпостах, где занимались в основном проверкой транспорта. За 6 месяцев командировки ярославцы десятки раз изымали наркотики, задержали 2 человек, находившихся в федеральном розыске, и кроме того участвовали в 15 спецоперациях против боевиков. Сменили ярославцев на Кавказе ОМОНовцы из Рывенска. Становись! Равняйся! Смирно! Равнение налево! Товарищ полковник, личный состав ОМОН МВД России по Ярославской области прибыл в служебной командировке Северо-Кавказского региона. Служебные боевые задачи, поставленные перед отрядом, выполнены в полном объеме. Замечаний и боевых потерь не имеем. Доложил командир отряда майор полиции Ахунов.